привыкнет, я ее буду целовать. Да уж, Муся, приготовься. Мам, сейчас снимаю, сейчас сижу. Не, я тебя просто, нет, трусы я твои снимаю. Блин, я вообще офигела. А тут вообще эти развесит наволочки там внизу и около окна становится. Он уже поехал, у нее мать такая же была. Я даже и без трусов была, я не знаю. Ну, в одних трусах вышла, вот меня там встречала прямо на входе. В одних трусах без лифчика? Нет, ну майка тут была у нее, и это, и в трусах. Ну, то уже без полгода, без юбки. Повредилась уже. Ну, уже старая такая совсем стала. Санул, тут недавно ее приезжал, сынок. Какой? Ну, этот, алкаш. Алкаша? Аркаша. И чего? Не знаю, что зашел туда. Она идет креститься. Ой, Господи, спасибо. Идет креститься, и он через час, наверное, ушел. Не спасибо. Никогда к ней приходил. Не знаю. То я его первый раз вижу за лет 5, наверное. До этого старший приезжал так периодически, эпизодически. Все, молодец. Сейчас носиться будет. Ну что, моя хорошая, теперь пойдешь ко мне на ручки? Скажешь, добавок будет, пойду. Давай. Я что, всю съела? Нет, половину. А, ну еще давай. Все, а мне такое впечатление, что она на меня похожа, Муська. Муся, иди, Муся. Сейчас изучит все. Сейчас все изучит. Иди, кушай. Видишь, тебе говядина в желе. Мы сами такое не едим, да, мам? Угу. Ну, чисток, руку в сторону, а то ее не видать. Я думала, что она такая дикая, мама. Я думала, она обычная. Она все боится, пока не привык. Она ворот выносила, так она мне такие там пируэты выделала. Помнишь, Маруся вот так вот крутилась. Маруся паровоза испугалась. Ну, паровоза, да. А здесь машины же ходят постоянно. Жу-жу, а еще на этом вот на... Маленькая. Ой, уже не лезет, по-моему. Ты ее с утра не кормила еще, да? Нет, я ей давал вот эту вот, она не стала есть. Она тут харчами перебирает. Ну, вчера рыбу варила, о, вот водички я... дала. Она даже... Смотри, она уже устала жевать, по-моему, уже. Опять вчера, это не вчера, дня три назад свалилась с балкона. Я ее дома ищу. Марусь, мы это, Муся. Нету. Это чистая вот эта? Чистая. Точно? Да, стирала недавно. А ее нету. Пошла на улицу, давай искать на улице. Я говорю, не видали тут черно-белую? Во фраке. И стоит точно такая же, черно-белая, только пушистая, как у Маруськи такой шерсть. Вот, а обошла дом, нету. Сидит Илюша, смотрит на огород к этим вот рядом с нами. И говорит, там вон тоже какая-то черно-белая, не ваша. Я смотрю, нос точка. А, говорю, точно моя, давай выходи. Так еще не вытащила ее ж, с той стороны вытаскивал. Вывалилась и испугалась. Красиво линолеум. Господи. Уже сколько лет, а мой все равно такой красивый. А что сколько лет? Кто здесь что делает? Лежит, да лежит все потихонечку. Все равно пылью покрывает. Почему? Тут постоянно мой, потому что с ней никак нельзя по-другому. Мам, а что тут с телефонной связью? Что у меня какие симки приобретать? Или у тебя какая-нибудь есть? Не, у меня никаких нет.